В Бердске расположено 212 остановок общественного транспорта, в том числе 40 дачных. Они спасают от дождя и ветра, но при этом не громоздкие и не нарушают архитектурный облик города. Безопасность, благоустройство и удобство для пассажиров – вот и все требования к остановочным конструкциям. Следим за оборудованием, в первую очередь, остановки. Наличие дорожного знака, остановочного павильона, посадочной площадки, урн и замечаний к содержанию остановок. Что является замечаниями? Это наличие мусора, повреждения. Конструкции остановочных павильонов. И в данном случае надпись появилась после выходных. Молодые люди, видимо, вечером пошли гулять и решили свои способности художественные здесь показать. Но остановки, как и многое другое, разрисованные остановки портят облик города. Все остановки общественного транспорта делятся на две группы. За одни отвечает город, за другие – арендаторы торговых точек. 27 остановок имеют торговые киоски частной формы собственности со встроенным автопавильоном. Вот, как пример, остановка библиотека. Здесь собственник БХК, и к нему те же требования, что и к муниципальным службам. Это содержание остановки, наличие дворника, уборка мусорок, целостность конструкции, то есть бывают и ломают и лавочки для ожидания пассажиров. Все это создает, в общем, неудобство, но и неопрятный вид нашего города. Остановка Пионерская. Чистая площадка и больше ничего. Ни скамеек, ни крыши над головой. Здесь от солнца или дождя было ни спрятаться, ни скрыться. Однако буквально сегодня остановочный павильон начали устанавливать. Собственник уехал, забрал свой павильон, забрал свою установку. Ну, как бы это его право, никто его права не нарушает. Но мы столкнулись с тем, что вот уже на протяжении нескольких недель людям негде ждать транспорта. По 11 кварталу ситуация такая же. С собственником прекращены договорные отношения. И скоро будет разыгран конкурс. То есть остановка там будет в любом случае. Людям не надо беспокоиться. Мы работаем над тем, чтобы остановка там была установлена. Этот павильон для пассажиров установлен в прошлом году на остановке «Старый универмаг». Изготовлен на деньги предпринимателя. Это первая в Бердске прозрачная остановка. Однако не так давно вандалы конструкцию испортили. Остановочные павильоны – один из показателей благоустройства города в целом. Специалисты каждую неделю их осматривают и призывают жителей Бердска поддерживать порядок и не портить облик города. И тогда дожидаться прихода автобусов можно будет в комфортных условиях.